Дмитрий Муравский военной фотографией занялся лет 7 назад, а после того, как в июне 2014-го в зоне АТО погиб его близкий друг, Дмитрий стал волонтером. Поездки на Донбасс к гуманитарной помощи украинским бойцам превратились в повседневное занятие. Погиб мой товарищ, близкий друг, с которым я летал, который для меня очень много значил, и после чего ты понимаешь, что война пришла к тебе, и ты уже не можешь находиться в стране. Так появилась серия фотографий, на которых запечатлены моменты войны на Донбассе, почти по всей линии столкновения. Славянск, Краматорск, Волноваха, Иловайск, Широкино, Дебальцево – далеко не полный перечень населенных пунктов, где Дмитрий побывал в качестве волонтера. Снимки из зоны боевых действий мужчина сначала выкладывал на своей страничке в Facebook и по комментариям друзей и бойцов понял, что они очень важны людям и помогают осознать, что же действительно представляет собой война. Наверное, боль – это соль войны, и если мы не запомним ее, если мы не почувствуем всех ее аспектов, я боюсь, что война сможет не закончиться, либо она будет повторяться снова и снова. Люди должны понимать, что война, в первую очередь, это боль, боль душевная, наверное, это боль, та, которая труднее всего лечится. Экспозицию фотограф разделил на 6 своеобразных циклов с названиями «Раны», «Объятия», «Глаза войны», «Музыка», «Тыл» и раздел под названием «Все только начинается», в котором выражает надежду, что когда закончится война, жизнь украинских бойцов начнется заново. Плакаты и календарь с собственными снимками автор фотопроекта намерен передать семьям погибших героев. Богдана Кужильная, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».